Всем бодрого настроения. Давно хотел замутить сравнение двух колонок Soundcore Rave Neo и Tron Smart Hala 100. На последнюю я недавно делал обзор, кому интересно, можете перейти по ссылке в правом верхнем углу и посмотреть. Сравнение не случайно. Колонки очень сильно похожи как внешне, так и по характеристикам, да и прайс у них более-менее одинаков в распродажу. Сейчас на Али Tron Smart можно купить за 5400, Soundcore на ягодках также периодически проскакивает по этой цене. О всех скидках, распродажах и прочих выгодах, что мне удается найти, я всегда рассказываю в своей группе ВК и телеграм-канале, ссылки на них в описании, как и ссылки на колонки. Цена постоянно меняется, так что оставлю на разные магазины, смотрите, сравнивайте, где в текущий момент дешевле. Комплектация Soundcore Rave Neo – это руководство пользователя, Type-C кабель для подзарядки встроенного аккумулятора и само устройство. Внешне по габаритам колонки очень сильно друг на друга похожи. Имеется лишь небольшая разница в профиль, как говорится. Rave Neo, в отличие от Tron Smart, имеет сужение кверху. Вес у колонок также примерно одинаков, разница всего в 200 грамм. Лицевая часть – это металлическая сетка с логотипом производителя. Soundcore имеет два разночастотных динамика, Tron Smart – 3. Сверху под резиновой накладкой блок кнопок управления, кнопки с подсветка, их 8 штук в обеих моделях. Назначение в целом схожее: включение-выключение, смена пресета звучания, выбор источника звука, активация режима TWS для подключения второй колонки и работы в паре, изменение работы подсветки и кнопки управления контентом. У Tron Smart одна из кнопок отвечает за смену источника сигнала, у Anker есть кнопка активации фирменного режима PattyCast, он позволяет объединять до 100 колонок в единую стереосистему и устраивать по-настоящему громкие вечеринки. Обе колонки имеют ручку для переноски, у Tron Smart она выполнена из кожи, Rave Neo это пластик с тканевой оплеткой. На задней части корпуса под массивной резиновой заглушкой установлены порты заряда-разряда, вход под 3,5 мм и USB-A разъем для подключения флешки. Также Tron Smart дополнительно имеет слот под microSD карту. У Soundcore Rave Neo же лучшая влагозащита. Она тут IPX7, то есть колонка способна пережить кратковременное погружение в воду, у Tron Smart влагозащита IPX6. Ну и давайте перейдем к самому главному – это звук. Я честно ожидал, что Soundcore порвет Tron Smart в клочья по громкости и качеству звучания. По мощности у Soundcore заявлено 50 Вт, у Tron Smart 60, но последние часто уличали в накручивании данного показателя, поэтому я и думал, что Rave Neo будет громче. Мультипоинт есть в обеих моделях, версия Bluetooth у Soundcore 5.0, у Tron Smart 5.3. Так вот, что мы имеем по факту? Громкость у колонок одинакова. На максималках каждая давит примерно в 95 дБ, что для комнаты в 20 квадратов прям за глаза. Такие колонки также отлично подходят для небольшой компании на природе. А вот звук у колонок кардинально разный, и я не могу сказать, что у Tron Smart он хуже или лучше, тут как говорится на любителя. Плюс у колонок есть функция настройки эквалайзера через приложение, но об этом немножко позже. Я же тестировал колонки, как говорится, сразу из коробки, без предварительного прогрева. Так вот, в Tron Smart звук попсовее, что ли, с упором на низы, тут более бархатистый бас. В Soundcore Rave Neo звучание более сбалансировано и более детально на верхах. We'll be right back.
Я полдня гонял обе колонки, включая их по очереди, пытаясь понять, какая же мне больше нравится, и понял одно. Они прекрасно дополняют друг друга по звуку. Жаль, что их нельзя объединить в пару, это была бы пушка. На максимальной громкости колонки не захлебываются, продолжая достаточно детально воспроизводить треки. По автономности. Soundcore Rave Neo имеет аккумулятор в 4900 мАч, Trosmart 6000 мАч. И казалось бы, что разница приличная, но Soundcore имеет два динамика вместо трех, и подсветка у него только снизу. Все это нивелирует разницу по емкости. Обе колонки могут работать до 18 часов, но это на минимальной громкости и с выключенной подсветкой. В стандартном режиме на 50% громкости с активной светомузыкой получается где-то в районе 6-7. Как я и сказал, обе колонки имеют поддержку приложения с различными настройками. В программе можно выбрать различные пресеты эквалайзера. У Soundcore их 3, у Trosmart 5. Впрочем, и там можно создавать и сохранять собственные варианты. Есть различные варианты работы подсветки, их много у каждой модели, и можно подобрать по душе. Подсветка реагирует на ритм воспроизводимой музыки, а не просто хаотично моргает. Также можно ее отключить для увеличения времени работы от одного полного заряда. В итоге я передал право выбора колонки своей дочери, которая, прослушав обе по очереди, сказала, что Trosmart ей нравится больше. Я в целом с ней согласен. Trosmart действительно звучит как-то пообъемней на различных композициях, и при остальных равных параметрах мой выбор очевиден. Но, как говорится, на вкус и цвет всех мастеры разные, поэтому я не исключаю, что кто-то остановит свой выбор на другой. Ссылки, как я и сказал в описании. Не забываем про комментарии, типа реклама, Trosmart занес, а Soundcore нет. За лайк и подписку отдельный плюсик в карму. Всем пока.